Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии на восьмерых за Китай в Sid Meier's Civilization 6. Континенты и острова, три включенных режима, в общем, все подробности в первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео. Ссылка на первую серию в прикрепленном комментарии, там же ссылка на плейлист всего прохождения. Переходите, смотрите с самого начала. Спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, у нас тут практически Netflix. Спасибо вам большое за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Так, где-то здесь бегает подлодка немецкая. И тут были подлодки немецкие, теперь их не видать. Так, надо, наверное, купить подлодку. Так, а что с Тулузой? О, Тулуза внезапно прекратила отваливать. Наверное, потому что Нант захватили. Зато Нант с прежней силой. А, потому что Франции больше нету. Еще карточку на содержание ядерных устройств поставить и больше атомных лодок. Где-то вот тут плывут немецкие атомные лодки, я думаю, что надо купить. 1155. Так, ладно, давайте покапать зенитки. Здесь должна быть подлодка, я думаю. Самолетики перебрасываю туда, где их можно защитить. То есть я не буду на аэродромах их держать. Тут, наверное, надо один оставить, когда будет Нант отваливаться периодически. Так, два робота, все, хватит. У меня больше не будет урана на содержание. Так, а что ж тут? Ядерки тоже, наверное, пока достаточно. Я это хера их делаю, честно говоря. Блин, а что мне надо тогда? Давайте, наверное, РСЗО, ЗРК еще, точнее, блин. Я их постоянно ЗРК и РСЗО путаю почему-то. Так, может совершать прыжки через горы. Давайте. Вот это у нас термоядерки запрещены в этой партии.
Так, на всякий пожарный. Не знаю, немец говорит далеко-далеко, а сам уже в эпохе будущего. Да, и третий проект он уже делает, нанотехнологии. Тебе надо его остановить, Египту нужно тебя обогнать по очкам, Германии нужно улететь на Марс. Интересно. А тебе что надо? А, ничего, я сейчас попкорн сделал, мы в Кракове сидим, кушаем. А знаешь, как Египет Германию по очкам меня по очкам обгонит? Есть смутное сомнение. Подозрение. Подозрение. Подписывайтесь на Лёша играет, Краков, Лоть. Добавит очень много очков. Так необходимых соточек. Да, мне кажется, даже какой-то один город уже плюс 100 будет. И где? Ага, да я не думаю, что не только на тебя. Сейчас на меня, наверное, полетит. О, ты ее сбил? Ты ее сбил. Да. Ты две сбил. Я две сбил. Печально. Ну, а ответочка будет? Ответочка? Ответочку интересно пускать. Ну, давай сюда. У меня вот проблема, я до немца никак не могу добраться. Ну, я плыву, конечно, к нему с другой стороны, но ты сам понимаешь, там далековато. Слушай, а немец, а я тут при чем, как бы? А? Блин, а куда прилетело? А, на Пекин? Ну, зашибись. Блин, почему твои сбивают, мои нет? У тебя там какая-нибудь карточка еще стоит, да? У меня дип-видимость больше. Дип-видимость больше, да. Это просто то, минус что-то... Пекин. Видимость, которая дает. Хороший еще, комбайз, кстати. Еще бы увидеть, откуда он кидал. А, я думал, он прям забрал, вот подбежал какой-то коняшкой. Куда? Ну, я думал, что он забрал Пекин. А, я, наверное, знаю, почему мы видели подлодки. Он просто тем ходом что-то ими делал. Ну, типа, как-то стрелял по нам или еще что-то. Тогда они видны становятся. Он воевал с тобой, да, тогда? Да он в войне со мной с самого начала, как я французу войну объявил. А, возможно, тогда поэтому, да. Подождите, а у меня тут... А, да, два я сделал. Я хотел сказать, что я что не сделал этого. Как его? Ага, вот где подлодка. Дед, у тебя в Нихене есть какой-нибудь флот? У него подлодка выше Нихена... блин, в двух клетках от границы Нихен. Клетку можешь поставить. Клетку поставь. И она походила, походу, именно это оттуда, откуда он кидал ядерку в тебя. Сейчас разберемся.
Польша бесспорно осуждает применение ядерного оружия. У нас так с климатом жопа. Ну смотри, первый в немец применил. Да, ты видел, кто первый кинул ядерку, чтобы... А ты все еще за него. Ты ему даешь еще военный союз. Возможно, из-за этого, кстати, и пролетела ядерка в меня. А ты кинул в него ядерку, кстати, дед? Да. Видимо, я не вижу этот город. Где-то справа от Регенсбурга? Там справа от Митлы. Справа от Митлы. Ну, я справа от Митлы Нюрнберг вижу. А справа и ниже. Правее и ниже. А, Мюнстер, я понял, вижу. Ну, это я зря ждал, конечно. Ну да, а чё, типа, крутой город? Нет. Но я просто как-то не заметил, что у него тут на берегу и Франкфурт, и Регенсбург есть. Который захватить можно, да? Да, да, который можно было захватить. Без рассинхрона прошел ход. Опять куда-то что-то полетело. Блин, вы когда кидаете, вы говорите, чтобы посмотреть можно было. О, из Франкфурта перехвачено и уничтожено. Я еще гружусь, я не вижу всего этого. Ну. Теперь вижу. Да, да. Блин. Отлично. Ну что ж, ответка будет незамедлительна. Что-то не задался у немца ядерный апокалипсис. Город Регенсбург стер с лица земли. Жестко. Бля, что-то не долетает. Какой ученый фуфловый. Блин, а мне что, не фуфловый, плюс 100% космической гонки. У меня даже космопорта нету. Ну, ладно, мне получше тогда. Дает озарение всех, ну, нормально. Правда, мы, по-моему, уже все открыли, нет? Ну, почти, да, там. Нет, а у меня две не открыто, но они обе ускорены, так что такое. Так, чисто на разведку. Блин, вот не знаю, морские поселения или улучшенные ИИ открывать. Ладно, давайте улучшенные ИИ, там все-таки на... Кстати, смотрите, приятно, ядерный синтез, тупиковая теха. Как раз термоядерка не нужна, и открывать можно. Можно не открывать. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои
социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Иду этим... Этот чувак и эта подлодка у нас будут на захват египетских городов. То есть отсюда... Ну, не факт, мне кажется, у него будут отбивать... Мобильные ЗРК. Мне надо к нему шпионов пересаживать и переиллюстрировать почту. Кстати, вот они. Так, и знаете, куда мы их пересадим? Какие города я буду в последнюю очередь, например, атаковать? Ахитотон и Саис, например. Ты все пытаешься обратить мои города. Слушай, ну хоть что-то делать надо, пока ждет. Ну а смысл тебе обращать, если у тебя нет ничего на веру? От чужих цивилизаций. Ну потому что сидеть, просто скипать ходы скучно. Давай поборемся апостолами тогда. Знаете, я, наверное, буду обычный, не, боже, не армии, не корпуса покупать. Давайте-ка в Лунси куплю, чтобы они тут влияли. Меньше город отваливался. Я буду в сторону Асуана плыть. Тогда нам нужны открытые границы? Что-то у немца ядерный апокалипсис не по плану пошел, да? Походу, у него пролетела только одна ракета в мой Пекин, и все. Так, наверное, надо еще Амани пересадить в Лунси. Перестала отваливаться. Поляк, убери свой линкор с проплыва, или мне придется его сейчас уничтожить. Между Булонью и Нантом. Я вижу, да, у меня закончились ходы. Ну, сорян, ты мне закрываешь проход, мне надо именно сейчас проходить. Знаю, зачем ты там встал. Там же сверху клетка была. Нет, там зона контроля, понимаешь? Я... Как только я соприкасаюсь с линкором, я не могу дальше двигаться. Так, надо менять карточки. Значит, во-первых, содержание ядерок поставим. А, во-вторых, что я еще хотел, блин... О, кстати, коллективизация интересна. Нафига нам очки великих людей уже? Жадные бароны нет, слишком много несчастья. Так, коллективизация.
Давайте, может, мы либерализм вместо рационализма поставим, а тут коллективизацию. Плывем. Нафиг мне с этим линкором бодаться. Так. Перлюстрируем почту. Четыре ядерки. Дайте, наверное, подлодку теперь. Или ядерку продолжим. У меня еще, в принципе, 42 ядра. Немец закончил последний проект. Ну, вообще, вопрос в ускорялках. Он же за 9 ходов он улететь не может. Если он не открыл ускорялки, то никуда он не улетит. А где они? Я не знаю. Вот именно. Может, он их открыл уже. Не, они должны быть, мне кажется, предпоследними вот этой. Они обычно предпоследняя теха. А он вот здесь. Ну, то есть ему надо все техи открыть, вот эти, которые... Я не знаю, короче, Невис, ты скажи, ты ускорялки открыл? Короче, ускорялки очень далеко, поэтому план не совсем удачный. Ну, ты знаешь, что еще и вот это ты тоже говорил, далеко все. Ну, короче, 9 ходов... Ну, за 9 ходов он не улетит, ему же 25 надо. Ну, без ускорялок точно не улетит. Но да. Будет на дип видимость еще, но... Плюс 3. Блин, у меня опять это... Буря песчаная, да сколько можно? Пришла наконец-то, да? Ну... Ну, она пришла, когда я починил стену, такая, ну стена починена, пора ломать. Как, объясните мне, как песчаная буря может поломать великую китайскую стену? Вообще, как она стену может поломать? Как буря песчаная сломает стену? По-моему, природные явления не должны стену ломать. Нет, все ломает. Я тебе могу сказать, что ломает. Я имею в виду, что она просто не разрушает ее. Да, не разрушает, но она сломана. Ее надо чинить. Дедушка, а что ты ко мне подлодки-то гонишь? Я уже не улетаю, а вот Алексей. Он хочет твои города захватить, чтобы победить очками.
Опять отвалится. Жаль, конечно, с нами ванильки сегодня нет. Думаешь, он внес бы свой греческий колорит? Конечно. Сиртаки интенсифайс. Польша вообще развлекается, мне тут туннели строят, железные дороги. Тебе? Да. Обеспечивает тебя. Блин, ну вот это я сюда зря этого. Так, давайте купим. Что будет через 8 ходов, никто не знает. Но железные дороги всегда будут нужны. Бурек, тебе идет? Посмотри. Ну, а ты так говоришь, как будто это я ее, знаешь, запустил. Она меня просто постоянно, у меня она все просто расхреначила. У нас экология плохая, поэтому так нам. Ага. Так она и действует. Там, наверное, сдохнет рабочий. Я лучше железо обработаю. Ну, у меня план атаковать, естественно, Египта ядерками. Я не понял, откуда дедушке уран? Это от Франции досталось? Нет, это у меня с одного рудника идет. Который в Апу? Да. Блять, я ронял этот Апу специально, чтобы ты не увидел руду. Надо было не давать тебе союз. Ну да. Не давать мне ставить Апу туда. Да, не давать ставить Апу, это ошибочка такая конкретненькая. Китай, что этот робот, робот делает у меня на берегах? Любуются польскими ландшафтами. В оленей заповедник зашел, да? Именно. Подожди, а вот это как это? Ну ж вроде я починил все. Как оно вот это сломалось? Опять. Странно. Тогда он станет свидетелем открытия Великого Панамского канала. Блин, а может мне просто города Греции захватывать? Как вариант.
Грега принял договор, пропустил его случайно. Подожди, у меня 3 самолета. А должно было быть 4. Ладно, давайте купим. Потому что я самолетами буду кидать в первую очередь ядерки. Их сложнее сбить. Загрузился. Запустил ядерный удар по Франкфурту. Уже второй. Так, слушайте, а мне вот это надо починить. Подождите, а как это было? Не понял, он же кидал прямо в Пекин. Вот это было... Ребят, ну можете говорить, куда кидаете? Можно как-то вот смотреть? А, в Лунси? А кто кидал? Что-то не везет тебе с ядерками. Одна только попала из всех, которые... Ну как не везет? Все-таки ЗРК мобильные стоят. У них гарантирован шанс уничтожения? Не гарантирован, но он намного больше. И тем более это не термоядерки. Вопрос, когда, конечно, нападать на Египет? Я думаю, где-нибудь на 156-м. Ходу, скорее всего. Ну, подожди, нафига, это 11 ходов. Так, стоп, а действительно, у меня осталось 6 ходов. То есть вот тут ядерка 7 ходов нахрен нужна, да? 4, 4. Давайте лучше... Танк 10. Ну реально, я даже не знаю тогда, что тут строить. Давайте судоход с Фургавой. У нас война уже много-много лет. Я пытаюсь строить козни, Лёша ничего не делает. Я не знаю, зачем тебе это. Давай, убей меня, чего ты ждешь? Он мученик! Не мученик. Так. Не, у него буквально улучшение мученик. А, у апостола? Да. Ну, отлично. Ты ждал эту вообще игру, да? Да! Поэтому... А сколько у тебя реликвий? Что-что-что? Реликвий сколько у тебя? Две. Интересно, да. Сейчас третья будет. Было в человеке из стали. Осторожно, герой.
Так, что я тут танк не могу купить? А, блин, мне же разрушена правительственная площадь. Я не очень понял, когда вот эта правительственная площадь. Мне прилетела ядерка ровно в Пекин. Вот тут вот все вокруг было разрушено. Когда вот эти три разрушились, я не понимаю. Причем их три, видите, вот так. А, тут какой-то смерч был, походу. Кстати, невезука. Небольшая. Так, тут у нас самолет, тут. Кажется, в Рен надо перебросить. Так, и этот. Ладно, в Чаншу. Еще артефакты в ядерном угаре собираем. Ужас. Почему аккуратно? Я уже конкретно в твоем городе. Да, почему да, аккуратно? Да. Ну, аккуратно так, сверху. А по-другому, а как? Я по-другому... Если бы я мог заключить договор с греком о проходе, а так пришлось так обходить. Ну, видимо, следующим ходом надо кидать. Ну, пожалуйста, говорите, куда летит. Ну, можно, чтобы посмотреть. Пожалуйста. Сбито. Блять, ну... Тише, 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 тише. Ты еще так и приплыл. Ну, типа, минус лодочка. Это было уже жест отчаяния, потому что все ядерки, кроме одной, у меня полегли. Да, что-то ты сделал не так. А именно, вместо строительства ядерок тебе надо было зенитки из РК строить. Я так понимаю, что во Франкфурте и Регенсбурге у тебя не было ничего. А я первый раз дошел в сетевой игре до обмена ядерками и так далее. Сейчас первый опыт. Тогда понятно. Мой апостол умер от разрыва жопы, и остатки его одеяний прибыли в Краков, где они займут свое место в храме. Наконец-то. Звучит вкусно. Это вроде бы в Crusader Kings можно в третьем, можно кого-то вызвать на риторическую дуэль, и человек может умереть от сердечного приступа. Блин, я отправил... Ага. Прошло. Какой-то даже зависон такой сильный был.
А, давайте кардив до конца, потому что он много мне электричества даст. Блин, нафига я сюда поплыл? Блин, это ошибка. Ладно, у меня тут еще стоит. Я сейчас повторю, что у меня основные будут самолеты. А что у тебя за правительство? Цифровая демократия. Ну вообще вот мне до межпланетного полета до ускорялок 9 ходов. По идее, я думаю, немец сейчас должен выйти. Примерно вот-вот. Так, слушайте, может мне Нант уже не трогать? Мне просто нужны самолеты, с другой стороны. Нельзя. Я вот смотрю, что у меня мы по очкам, ну, как бы, дед отстает. Это ему бы меня атаковать. Я хочу, наверное, Ахен попробовать захватить. Танк 7 ходов, тоже уже бессмысленно. Только там не видно. Не вижу, но я думаю, что у него везде стоят ЗРК. То есть вообще не факт, что пролетят бомбочки. Алексей, ты в этой игре ядерки не кидал? Нет. Потому что я мирный, хороший китайчик. Просто чтобы уже не выбирать, что тут строить. Так, Париж держится еще.
4 хода. Не знаю, немец. Я считаю, ошибкой было, что ты к нам с Египтом пошел. Забирал бы себе спокойно грека. Да, мне показалось, это довольно читово компару бить. Ну, какая разница? У нас тут тоже компы вообще-то есть. Ну, если честно, я хотел приобрести опыт как раз-таки обмена ядерками и так далее. Вот такой штуки. Получилось, не особо приобрел, да? Одну только кинул. Нет, я понял, что защищаться тоже необходимо заранее в центр города. Да, мы для этого и запретили термоядер, потому что вот от термоядерок не защитишься. ЗРК работают в радиусе одной клетки, а термоядерка накрывает две. Так, ну Нант давно отвалился. Блин, ладно, еще потерпим. Ну, отстает пока. Так, ну давайте попробуем ядерку сюда кинуть. Ну, тут у него, конечно, истребитель современный. А куда? Вахен. Далеко стояло. Вот. Да, очень далеко. Не зря прокрадывался робот. Я такой думаю, ладно, раз не получилось, за 3 хода попробую отбить все свои города. Но Алексей внес коррективы. Не знаю, ну ты же этого робота сколько у тебя там 3 хода гулял? Ага. Ты думаешь, если у меня Нант отваливается, то у тебя он, поляк, не отвалится, да? Он не отвалится раньше конца игры. Отвалится. Хотя, когда ты его заберешь? Если ты на 159-й, то, наверное, и нет. О, Вахи не какой-то... Какое-то чудо, которое дает карточку еще одну поставить. Давайте вот так, на шпионов. Тем более, там же люди играют в умные игры. Как я могу их бросить? Почему спецназ не могут города захватывать? Почему не может? Не может. Ну это было бы слегка, знаешь, читерно. Взял, набросил ядерку и хоп, переместился. Ну, в пятерке он мог. Там идея была в том, что он не может захватывать в тот ход, когда он высаживается. А то, что он... В принципе, он реально даже на следующий ход не может захватывать город. Он вообще, он же дальнобойный юнит. А, он дальнобойный. Ну да, ну это тупо. Пятерки лучше было. Согласен. Ну то есть смысл в спецназовце, если он ничего не может, по сути. Ну. Картур разведывать. О, могу в Ахине запуск искусственного спутника 27 ходов. Ну сделаю, пожалуй. Пора уже спутник запустить. Дед, ты тоже космопорт не строил? У меня вообще нет. Ну, так и я не строил.
Немцы мчатся. Седьмой ход, правда, идет. Ну, я так понимаю, что ускорить ты уже не сможешь. Да, но в самом конце. Так, а что это за рок-группы были? Надо же... Тут вообще я лидер по туризму. Да? Ну слушай, ты же рок-группы не пускал. Надо пустить хоть раз в игре. В итоге, кстати, так никто крестовый поход и не взял. У нас на континенте это вряд ли бы получилось. Ну да. А то я там не зашел бы. Ну это могло только против француза сыграть. Ну, не знаю, там есть и поинтереснее, чтобы... Мне важнее было распространять свою религию, чем брать крестовый поход, поэтому я брал эту... Если бы я взял, ты бы не вступился в тот момент? Ну, вступился бы. Ну вот, поэтому смысла не было. Тем более, ну, то есть я просто могу этими апостолами, да, не давать распространять, тут даже не дело в том. Сами апостолами ходить в игре. То тоже не могут атаковать. Ну, тогда только они апостолами. Они что-то очищают от ереси, по-моему. Или могут. Да, нет, но у них же есть возможность атаки. Не знаю. Так, немец, давай, где у тебя еще город без защиты от ядерок? Чтобы я не искал долго. О, Кёльн. Махин обратно отобьем еще следующим ходом. Не пускайте никогда к себе на территорию робота гулять. Так, а нужна ли мне эта королевская? Ладно, пускай будет. Не успеваю героически возвращать города. О, нет! Что? Египет вероломно напал на Польшу. В смысле, вероломно? Ты с ним в войне хрен знает сколько времени. Нет, он только сейчас началось. Чтобы не доставалось Египту. Мы сейчас защиту. То есть, я реально просто думаю, что мне нету особого смысла на Египет нападать, потому что мы можем тут. Мы можем за это время друг друга так убить. Уничтожен. А? Польский город уничтожил. Ты что ли? Да я не. Вот это Леша играет, мне всегда не нравилось. Дебильный канал. Он про политику начал рассказывать вместо того, чтобы игры играть. Скатился. Ненавижу, скатился, да. Ну, причем скатился от слова скот. Оскотинился. Скутился. Или от слова котик. Да не, вряд ли. О, там, кстати, флотоводец дает две случайные технологии. Мог помочь немцу. Блин, теперь у меня упали все эти
дипломатические карточки. Как это работает? За счет чего? Тоже какой-то баг же явно в игре. Блин, что-то у меня ядерок до хрена просто. Психанул, настроил. Надо тут только... Так, что-то полетело опять, да? Да ладно. Вот так ты решил, да? Да, вероломно. Все-таки я тебе решил где-то в конце. Я вам говорил, что Египет это опасный. Покидать в меня. Противник. Но нет, давайте Францию пилить. В Чаншу? Нет, сюда, ладно, это нормально. Да ладно. Бля, а чё он уже походил, этот юнит, я не понимаю. И этот походил. Бля, почему все похожи на... Почему он меня убил все танки, которые уже походили? Доволен, дед? Да. Тут уже во все тяжкие просто. Убиты все. Ты, да, слушай, ты не дед Бородет, ты дед Путин. Вот это, который во все кинуть ядерки. Все, что вижу, все, то, вот так кидаю, да. Кидаю все любое. Два хода осталось, может что-нибудь сюда успеем, понимаешь? Блин, реально, как он меня убил? Именно те... Так, ладно, здесь купим. Блин, опять мне повредили. Потому что там справа у меня... Так вот же, часовня великого магистра, в смысле. А, я не могу в центре купить просто. Так, так, как мне тогда... Вот тут в Париже надо купить. Алёша играет, ты вынес просто по приколу. А, недостаточно веры. Ну, да, да. Блин, что делать? Ну, тут я ничего не успеваю построить. Не воюешь ни с кем. Половину игры в войне с Китаем. Бессмысленно причем. Китай должен понять, что Польша осуждает его за его экспансивные шаги.
Блин, не туда надо было. Надо было вон туда, на центр города. Привет. Не на центр, кстати, на правительственную площадь. Прикольно, что подлодка, прокачанная на дополнительный ход, два раза может ядерки кидать. Вот это я не знал. А, нет. Во... Нет, она вообще может, я еще раз могу кинуть. Слушай, ну вот это читы как раз подъехали. Не, короче, я могу сколько угодно кидать. Потому что может перемещаться после атаки. Ну все, тут, конечно, кобзда твоей территории сейчас будет. Весь мир. Весь мир, да. Так, так как у тебя ЗРК стоят в городах, то... Убьем все, что не в городах. Да, слушайте, это читы. Не знаю, мне кажется, это надо как-то, не знаю. Мог кто-нибудь быть. Может у тебя там быть самолет в Рарашеле, как ты думаешь? Может быть. А может и не быть. Не знаю. Или тебе лучше вон чудеса уничтожить. Не кидаю в города, потому что у него ЗРК стоит, который отобьют. Вот с самолетов они не отбивают. Потому что у меня самолеты тоже прокачаны против ПВО, еще напоминаю. Да, я все еще могу, ладно. Три пока оставлю, наверное. Я думаю, что мой вер, да? Да. Да, я знаю. Видишь, я тут эти кидал. Если не хватит ли меня на самолетик еще один. 1190. Ладно, тогда строителя. Хотя, тут, наверное, он захватит. Ну, раз захватит, давайте просто ремонтом займемся. У меня еще три нет, давайте пока подержим. Все. Внес кризис. Молодец. Я загрузился. Давай, посчитайте нам. Раз, два, три. Подожди, я ничего сейчас не кидал еще. Кинул вон. Куда? Прилетело ко мне. Блин, опять рассинхрон. Мне не показывает, что попало. Фак, ну как это играть? Давай, может, сейчас сейф и загрузим, потому что мне не показывает, что Ларошель убита. И, соответственно, я как понимаю, что я не могу захватить, наверное. Нет, так оно же прилетело. Оно... Нет, и смотри, я не смог захватить, меня убило сейчас танк. Ну так оно прилетело, потому и, ну, не смогло. У меня там зенитка стоит. Блин, так а что ты сказал, что прилетело? Господи, ну дед, зачем ты так говоришь? Так я же говорю, прилетела уже все равно. Ну а как она прилетела, если ты ее сбил? Ты ее сбил, она не прилетела. Но она прилетала. Прилетала. Это была хитрость, хитрость. Блин, дед, ну да, хитрожопый.
Блин, и тут сбил. Так, давайте еще один самолетик купим. Блин, 1190. У меня просто уже раненые самолеты, поэтому он сбивает, понимаете? Ладно, видимо, надо... Надо Париж отбить. И что, Лин, добегает сюда? Добегает. Фак, зона контроля. Полечимся тогда этим самолетом. Блин, ну это, конечно... Это я... Понимаете, у нас несколько... Я не знаю, будет ли это видео или нет, но есть у нас были несколько синхронов, где мне было показано, как будто там что-то есть с городом, а его не было на самом деле. И сейчас меня дед просто обманул, сказав, что прилетела в Ла-Роше. Я был уверен, что она захвачена. Ну, в смысле, убита ядеркой. А это не так оказалось. Так, две случайные технологии бессмысленно, честно говоря, абсолютно. Польша, предлагаю мир на последний ход. Хоть последний ход в мире поживем. Польша соглашается. Я тебе кинул сделку. Че, это очки добавляет? Нет. Ну а смысл? Мы с ним воевали хрен знает сколько. Это символизм. Польша, четвертый потоп. Вулкан расфигачил все. Подписывайтесь в нулях. Прилетела ядерка, извергается два вулкана и потоп. Найс. Три же, да, было потопа в Речи Посполитой? Или два? Кто помнит? Потопа? Или по-моему, раздела? Потоп... Нет, ну называется потоп, по-моему. Руина в Украине называется. Там были разделы Польши, а потопов я не знаю. Последняя ядерка осталась. Надеюсь, в Ла-Рошель прилетит. Да, я сходил, загуглил, это называется потоп, три штуки. Да, грамотно ты сделал, Алексей. Что именно? Ну, то, что уничтожил площадь правительства. Ну да, да. Я теперь не могу покупать. Да, именно. В этом идея была. А я вот не додумался. Столько играешь в эту игру и все еще... Да, да, да. Ну, на самом деле, я, может быть, тоже не вспомнил, но у меня ходов 20 назад прошел тайфун по моей площади. И напомнил об этой фишке. Намекнул тебе.
свете ядерной бомбардировки городу, подписывайтесь, было возвращено историческое название — Радон. Можешь еще назвать его «Ставьте лайки». Ну, у меня одна ядерка осталась. Я, кстати, не думаю, что и у деда есть. Не, мисс, мог бы улететь, на самом деле. Да, не, реально, немец, ты бы мог улететь, если бы ты не, на нас не нападал. Вот и все. Это реально ошибка. Мы бы, наверное, между собой тут закусились. Да, да. Чё ты пришел, вот ты на себя отвлек внимание. Излишнее внимание да, привлек себя, поэтому. Бывает? Сейчас еще будет 160-й ход, и все. Маленькая Польша подначивала Германию начать ядерную войну. О, немец все-таки стал грека захватывать. Нет, это давно. Я когда понял, что по очкам не вытягиваю, думаю, возьму столицу, прибавлю очков. То есть то, что не было ванильки, реально очень сильно повлияло. Ну да, кстати, мог бы просто захватить на своем континенте всех. Да, уже. А у ванильки, причем доступ к китайцу был справа, там проплыв там небольшой. Ну, на самом деле, ну как, по-другому, если бы он был, возможно, я бы приплыл его захватывать. Может быть, я бы так сделал. Тогда тебе бы в бок, наверное, египтянин бы пришел. Нет, так это ж разные юниты. Типа, у меня и так, то есть у меня подлодок и этих роботов достаточно. Я просто их повел вокруг сразу на немца. Хотя, не знаю, я бы, наверное, не удержал города грека. Я бы, наоборот, тогда помог немцу. Но я, наверное, бы нет, не захватывал. И Вацик, это столица Кри, он смог только два города поставить, которые под столицу турка. И у них началось... Да. Да, но тут без шансов для Кри, конечно. Очень, очень тесно, конечно. Блин, это же ББС. Очень странно сгенерировалась карта с ББСом. То есть, по-хорошему, Кри и поляк, мягко говоря, дебильно расположены. У поляка хотя бы место есть? Более... Да, у поляка хотя бы место. А Кри просто без шансов. Я, конечно, понимаю, что у него там было потом... Так, дед, я загрузился. Я еще загрузился. Так, во имя кто-то атакует, это не дед? Нет. Все, я загрузился сейчас. Посчитайте нам. Раз, два, три. Да блин. Ну, попал наконец. Да, там были раненые самолеты просто. Вот раненые до желтого уже не пролетает. Я купил сейчас новый Сэмэль, он... Вот он смог донести. О, после ядерного удара земля сама восстанавливается? Спустя 10 ходов загрязнение исчезает, и тогда она может хиляться. Кайф. Блин, поставил своего робота Вахин. Я думал, я захвачу его снова. Так, могу ли я какой-нибудь, хоть что-нибудь отбить тут, или все уже? Да ладно, еще ядерки есть. Да ты задолбал. Она только что... Да блядь, она еще и пролетела, ну охренеть.
Ладно, надо, наверное, танчики просто ему мочить и все. Блин, а тут не долетаю. Ну прям... Да ладно, что ты вылетел? Давайте посмотрим. Ну так посмотрим. Не, так он имеет в виду, что мы... Даже если он не зайдет, мы увидим, победил Египет или не победил, или я победил. Ну да, да. Типа к тому, что ему нету смысла заходить. Но я бы... Я... Зайди, дед, что, мультик посмотришь. Немножко грузиться будет эта игра. Три дня играем. Действительно? Ладно. Сейчас глянем. Так, ладно, я Shift Enter нажимаю, мне тут тоже уже нечего делать. Сейчас разница была между нами 40. Нет, 30. 36 очков была разница. Дед у меня 2 города захватил, и я вроде у него 2 города захватил. Ты один разрушил у меня, один захватил вроде. Да. Париж и Леон захвачен. Я только... Подожди, а Ра-Рошель ты отбил потом? То есть я сейчас его захватил этим ходом, а ты отбил его? Да, да. Ты его почему-то не разрушил. Тебе разрушить его надо. Не, я хотел оставить, раз уже последний ход, я не думал, что ты его отбить можешь, честно говоря. Ну давай, игра. Лёшу десинхронит. На последнем ходе. Опять рассинхрон у меня, да? Да, да. Так, ну, заканчивается партия. Мы ее играли 3 дня. Спасибо, конечно, вам за терпение, что мы это смогли сделать. Я, честно говоря, после первого дня уже хотел бросить все это дело. Сейчас мы узнаем после рассинхрона очередного. У нас почти каждый ход или через ход. 380, у дедушки 13.42. Ну, в общем, итог получается. 30-38 очков. То есть я все-таки опередил по очкам, да? Да. Блин. Да, блин, я думал, надо было все-таки мне раньше, наверное, в тебя начать кидать ядерки. Я там давным-давно был готов. Я просто думал... Чтоб ты начинал. Я думал, что я отобью какие-то часть ядерок. Нифига не отбил. К сожалению. Нет, ну я тоже не отбил. Ну из-за того, что ты самолетами кидал. Да, да. У меня самолеты еще прокачаны. Я на французах, на французе прокачался. У меня там и против ПВО, и против самолетов, против всего прокачаны. Я и планировал именно ими кидать. Победа все-таки. Поздравляю. Спасибо. Я вас всех поздравляю, что мы смогли это все-таки сделать. Я вас, нас всех поздравляю с этим. Тяжело было. Да, но я могу сказать, что тут, конечно, нам повезло, что француз решил на шапках на нас не нападать. Потом мне понравилось реально за Китай с его чудесами. Я несколько упустил от своей собственной лени, там чисто, вот, ну то, что ты там, дед, построил вот эти. Пирамиды. Колосс? Тот же колосс? Не, не, пирамиды, пирамиды, ладно, у меня очень долгое время не было города с пустыней просто. Пирамиды, я бы в первую очередь пирамиды строил, но, к сожалению, не было пустыни. А вот колосс, Геликарнас и что-то еще... Я конкретно ускорял рабочими, но так как я долго их не ставил, думаю, блин, кто будет ставить, типа, такое. Поэтому не поставил. Вообще очень приятно, типа, тебе так чудеса вообще зашибись. Мне понравилось за Китай играть. 4 хода там они строились. Да, да. То есть, вот, например, начало, вот у меня нету производства в городе. То есть у меня не так уж много производства в городах было. Но бац, Стоунхендж 4 хода, бац, там этот бассейн 4 хода. Что там? А, вот Артемиду я еще, у меня француз Артемиду еще угнал, тоже я долго соображал ее строить. Короче, вот все вот эти минанки 4 хода, блин, то есть вот просто хоп-хоп-хоп, вообще зашибись. Как пирожки просто. Ну. Пошли. И приятно поставить там 3 города, чудеса ставишь, не особо паришься еще, нормально. Если соседушка добрый. Нация приятная, конечно. Плюс стены вот, в пустыне помогли тоже. Да, да. Ну, вот стены, я думаю, я мог лучше сделать тоже. Как-то я так их немножко
подзабил. Но вот в том месте они классные, потом еще были стены в городе в тундре. Ну, то есть, короче, на тех местах, где ничего нельзя строить, типа пустыни и тундры, стены вообще зашибись. Особенно, если ты построил Петру и собор Василия Блаженного. А почему не построил Колизей, кстати? А я, блин, все думал на Колизее, думаю, где мне арену поставить? Я что-то и постоянно как-то все не было дела до этого всего, не знаю. Я тоже думал, чудеса, так, Китай тут, все, ничего строить не буду. Ну. Потом, до Колизея добрался, ну не строишь. Ну, вот, ну попробуй хотя бы. Там просто арену надо строить, а до арены другие районы были. Ну, короче, такое, да, можно было. Ну, короче, Китай просто требует, видите, такого очень, очень конкретного. Надо какой-то план изначально себе составлять по чудесам и очень конкретно в них идти, не отклоняясь. Тем более, что многие чудеса требуют, ну, определенных этих... Мест. Определенных мест и что-то вот это продумывать все. Иногда там кое-где не очень удачно ставили еще. Вот и Теминанки у меня так слабенько работал во многом. Можно было и лучше поставить. Плюс можно, конечно, было так еще раз планировать, чтобы театралка вставала как-то между чудесами, так, чтобы бафа. Бывает такое, что... Кстати, ты меня в конце обогнал по количеству чудес. Да, если посмотришь, то есть у меня в итоге 9, а у тебя 11. Это ты смотришь в этом? Ну, в графиках. Созданы чудес. Вот я вначале тут... Я вначале 8 чудес создал до 90-го хода. Все там все отставали. А дальше уже ты начал догонять. Это потому что хотел очки набрать. Поставил все чудеса, которые там мог поставить. Там и этот... И Христа Искупителя, и там этот Торе де Белен. Угу. По науке, конечно, немец... В конце, ну, у нас очень снизилась наука из-за войны с французом, а немец ломанул, но ему этого не хватило, конечно. И опять же ошибка, что напал. Да, да, я вообще не знаю, что он решил на нас. Вот сиди, стравливай нас, ну, в войне, будь в войне, то там, помогай французу. Француза мы вынесли, так заключай с нами со всеми мир и сиди, развивайся. А это Польша натравила Германию. Да, я начал французу помогать изначально. Не, ну, французу помогал, окей, ладно, это... Да, это ему помогаешь, и сидишь, сам развиваешься в это время. Но то, что ты еще пришел на нас нападать, это... Ну, это бы работало, если бы ты еще мог наши города захватывать хотя бы при этом. А просто кинуть ядерки, ну, такое. Вот ну, обрати да, внимание, когда я к тебе пришел, захватил два города, это вообще просто у тебя уже выключило. И, да. И дед у тебя прибрежный захватил. Просто кинуть ядерку это такое. Каждый может кинуть. А мы должны были бы к тебе наоборот идти, если ты улетал. Да, да. Ты вот вместо того, чтобы строить ядерки и... Ну, их тоже, конечно, надо было строить, но лучше бы ты читал проекты на науку. И ты бы реально улетел. Там же у тебя, наверное, производство вообще немерено было. Ты Вот сейчас я понял. Мне не хватало... Короче, я не допер, потому что мне не хватало науки. Я видел, что я не доберусь до ускорялок, потому что с моей текущей наукой я не допер, что нужно читать на науку. Это же бустило мне. Блядь. Конечно. Короче, так в этом идея игры через Германию в конце. У них ганзы дают очень много науки, считай. Вот сколько у тебя было производства, ну, в самых твоих крупных городах? Ну, 113-120. Ну, я думаю, даже можно было больше рассказать. Вот у меня, например, самый производственный город 80 всего лишь. А вот. Раз 120-130, это там 15%, то считай, у тебя 25 науки было бы вход с каждого города еще сверху. Ну, ты бы вышел точно в ускорялки еще до нас. Плюс это тебе бы еще дало ученых. И тебе там еще надо на инженера было читать, то есть... Вообще изи. Да, да, теперь понятно. Ну, это не допер, что нужно было читать проект на ученых. Это правда, да. Ну, спасибо за игру всем. 3 хода. Можем в пятницу попробовать еще раз что-нибудь такое собрать. Но надо, не знаю, что-то если рассинхроны, то надо как-то... Не, ну завтра будний. Я сегодня уже добивал, чтобы это добить. Ну, вам Лёш, спасибо, Лёш, что смотрели. Твое фирменное аутро. Какое?
которую ты в конце своих видео вставляешь. Ну, конечно, если я его везде вставляю, то, конечно, будет. Да не, сейчас, вслух, вживую. Вслух, вживую, так там записано. Ну, спасибо за игру, играйте в умные игры. Слава Украине и живи Беларусь. Всем пока. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут поискать уже в плейлисте, ссылка на него в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.